Ти у їхнього пахана кліку услыхал? Третій. Російські коріша прозвали. Третій, мол, третій буш. Америкосы другое погоняло прилепили. Бублик, бублик. Слышь, ну ты помнишь, он же когда ел, бубликом подавился. Слышь, ну это с мечтой о каких бабках надо жрать, чтобы подавиться бубликом, а? Ну чё, ха-ха, ты видал, он даже теперь, когда по телеку молчит, у него как будто дырка от бублика застряла. Будто удивляется, чё российские кореша на меня в обиде затаились? Чё-чё, после того, что он мерено отделал, у нас в России наш российский доллар падать начал. Ну ничего, ему тоже глаз на евро натянут. Отвечаю, чтоб мне Майкла Джексона без грима на рентгеновском снимке увидеть. Потому что у них всё по понятиям, у всех кликухи. У белорусского пахана кликуху слыхал? Чиполлино. Лукашенко, Чиполлино. Сейчас что? Все как на зоне. На востоке китайская братва подтягивается. Они первыми солнце встречают, их погоняло солнцевские. А у французского погоняло. Слыхал у французского погоняло? Ширяк. Ширяк ширяется. Да. А еще нюхач есть. Нюхач. Это новый армянский президент. Нюхач. А Беню знаешь? Беню. Ну ладно. Но он из Одессы, девушки, кликуха в миру небоскребнутый. Ну точняк, как на зоне, в натуре, в погоне за его бабками америкосы уже пару стран урыли в лохмоте, а Беня забурился, как гнида в портмоне, слышь? И только малявы им шлет, мол, я вас всех на детонаторе вертел. И не видать вам моих бабок, как бомжу педикюра. Короче, ты понял, все по понятиям, все из-за бабок. А мы для них, вот мы все, мы, для Бени, колокольчика, царя Бориса, мы шлыта. Лохотрон для параши у голосования. Не, слышь, лохотрон у параши для голосования. Ты не понял, медленно говорю, голосование. Ты понял? Вот так. А знаешь все почему? Потому что рожденный брать давать не может. Понял? И не надо лохматить бабушку. Я хотел бы...